Колено Колева. Маскировочный прибор. Сенатор нужен? В этот сектор вторглись бларги. Вероятно, они хотят прибрать к рукам запасы оружия Гаджетрона. Внимание сотрудникам Гаджетрона! Произошло несанкционированное проникновение на завод. Всему вспомогательному персоналу надлежит немедленно покинуть здание, пока мы дожидаемся прибытия полиции. Раритан вещь, скажи. Овцинадор — отличная штука. Только не направляй на себя. Десантный корабль. Эти шестерни соединены с мостом. Ну, давай-ка попробуем их сдвинуть. Отлично, Рэтчет. Этот ускоритель нам не раз пригодится. Меня тут спросили, покрывает ли наша медстраховка травмы? Отвечаю, возможно. Смотрите-ка, балка. Интересно, куда она ведет? Я получил жалобу от моей ассистентки Яны. Кто-то забрал из холодильника ее сэндвич с фунцом. А ведь на пакете специально было написано ее имя. Сражение пришельцев не оправдывает подобного поведения. Используй мультиключ. Давайте отвлечемся на минутку. Пришло время назвать лучшего работника месяца. Поздравьте Гелфорда Принакла. Гелфорд очень... Чего? Прямо так и схватили? Мне тут сообщили, что Гелфорда взяли в плен бларги, и его, вероятно, отправили в один из их трудовых лагерей. Одну секунду, сейчас мы выберем нового работника месяца. Рэтчет, мы движемся по кругу.
Может переместиться на другую балку? Рэтчет, отзовись! Как там дела? Маскировочный прибор у вас? Пока нет, но мы над этим работаем. Просто надо было кое с чем разобраться. Поняла. Удачи! Защитный барьер отключен. Боты. Вы в зале картоматика. Картоматик призван облегчить поиск в галактике полезных предметов и интересных мест. Класс! Это мне пригодится. Сенаторов закрыт вследствие неконтролируемого обзывания. Входить не рекомендуется. Ух ты! Бларги попытались сюда вломиться, и их всех заовцевало. Прошу прощения. Патронный зал не для того, чтобы в нем устраивать вечеринки. Выметайтесь оттуда. Нас вообще-то атакуют. Замечен доброволец. Приступаю к ликвидации. Смертельная гонка? Испытательный цех. Наш арсенал не должен попасть в руки бларгов. Давай, давай, бери!
уничтожить цель. Огнебластеров замечен доброволец. Подготовка к уничтожению. Цель завершен. Нужно помешать Бларгам красть оружие и устройство. Глянь на эти шестерни. Эту комнату можно развернуть. У меня есть под завязку. При попытке вызвать полицию у нас возникли технические неполадки. Айтишники говорят, что действует какая-то кружилка. И поскольку метод выкинули словом, работает, они не знают, что... Гранат замечен доброволец. Приступаю к ликвидации. Да, мы запросто их отмимекаем. Уэчит. Yeah.
Ломбакс, тебе не победить! Ой-ой. Конечно.
завершен. Спасибо за участие в испытании оружия «Гаджетрон». Купон на 10% скидку будет выслан на ваш домашний адрес в ближайшие 5-7 лет. Все, этот кошмар закончился, теперь пойдем поищем трассу. Она должна быть где-то рядом. Давай поболтаем! Не верю глазам своим! Рэтчет и Кланк у нас! В Гаджетроне! Меня зовут Вендел Люмос. Я, так сказать, руковожу этой компанией. Я просто обожаю ваше оружие, мистер Люмос. Слушайте, мы тут с Кланком спасаем галактику, и нам нужен маскировочный прибор. Боюсь, у нас возникла проблема с поставками. Эти проклятые бларги завели привычку грабить наши склады. Небольшая проблема с системой безопасности, не стоит об этом говорить. У нас остался прототип, но он разыгрывается в качестве приза на состязании скейтеров. Новые участники еще принимаются? Конечно. Но, как видите, у нас тут небольшие проблемы с водой. Этим утром бларги разбомбили плотину. У вас случаем не найдется гидротранспортера. Хорошие новости. Мне сообщили, что наши робоохранники расчистили трассу. Это на старт. Внимание! Марш! Победа будет явно... Рэтчет идет последним. Ну давай, ты должен победить. Не забывайте, победитель получит наш самый ценный продукт. Прототип маскировочного прибора. Рэтчет вырывается вперед! Рэтчет плетется в самом хвосте! Рэтчет теперь на втором месте! Рэтчет вырывается вперед! Поздравляю! Вот твой маскировочный прибор. Сделай одолжение. Когда будешь им пользоваться, пиши что-нибудь в социальных сетях. Детишки обожают социалки. Хэштег Гаджетрон. Эларис, прием! Прибор у нас. Отлично! Возвращайтесь на корабль. У меня почти готов план штурма. Вернитесь, проведем брифинг. Мы прошли квалификацию.
Нужно вернуться к кораблю и связаться с Эларис. Внимание, рейнджеры! У меня есть идея, как нам раз и навсегда покончить с депланетизатором. Маскировочный прибор, добытый у гаджетрона, позволит Рэтчету и Кланку ненадолго принять облик капитана Кварка. Маскировка поможет им миновать первые защитные щиты депланетизатора. Приветствую! Я зайду в твой тренажерный зал. Проходите, капитан. Далее они должны будут пробраться в зал Звездолома. Для наведения на цель депланетизатор использует гравитационный стабилизатор. Если извлечь стабилизатор, депланетизатор сместится с позиции и станет уязвим для атаки. По сигналу Рэтчета и Кланка мы активируем новые магнитные усилители, перевернем депланетизатор и все! Принято, Эларис. Выдвигаемся. К полету готов, координаты бы.